Когда у вас с напарником синхронизировались циклы? Главное, что синхронизация работает. Да, всем привет. У нас только основное оружие не синхронизировано. Да. Сбой синхронизации. Ну, у напарника почему-то арбалет в руках. Не, ну он лучше просто. Для меня. Да не. Я засинхронился с арбалетом. Я бы на твоем месте присел, тебе патроны не нужны? Нужны даже очень. А то у тебя там один вроде оставался, да? Мне просто хилки нужны. Не, тройка у меня была патронов. Но не сильно что-то решает. Это решает два патрона. Так, а эти какие-то медленные, слушай. Очко. Надо что прокачать. Труп сатиров. Так, все, двадцатка. Хотел ударить вазу, а выскочил скотир. Ну ладно. Скотир? Скотина, короче. Ну типа. Но так как он сатир, получился скотир. Так, умно. Пойду-ка я наверх. Ой, я не зря пошел наверх, скажу я тебе. Что, нашел? Понял. Можешь не говорить. Ну, я как бы не собирался, я думал, ты догадаешься. Ну и ты был прав, я догадался. Что это? Это шахтер! Шахтер? Это взрывающийся шахтер. Это вот те, которые медленные, да? Нет. Это шустрый. Шустрый взрывающийся шахтер. Шустрый взрывающийся шахтер. В принципе, подходит. Я по жизни. В принципе, ему подходит. Шустрый взрывающийся шахтер. Так теперь будем их называть. О, я нашел там. О, я нашел сундук. Блин, а во что теперь вливать? Я в катализатор. Тебе, кстати, тоже советую. У тебя кровотечение может накладываться там дважды и больше, и трижды и больше, и ты понял. Ну ладно. Так, ну, пока ты там... еще в количество хп от хилки потом еще качаться, если хочешь. Тоже полезно, что. Ну, такая, да. Я пока лом подбываю. Давай. Элитка какая-то идет. Ну как идет? Она вот, вот это прям. Вот ты зыт! А, вообще это похоже на большого такого красного гра. О! Два огня наложилось. Там не два огня. Это мое кровотечение и твой огонь. Нет, там еще второй наложился. Да. Он так на секунду почему-то наложился. Не хочу! Дезердир! Дезердир! Все, нормуль. Кристалл? Нет! Теперь нормуль. Я вот такой вышел. Блин, меня до сих пор бесит, что здесь мне нужно прицеливаться. Я, кстати, в другую игру начал играть, как раз вот Control, и там, типа, прицеливаться не нужно. Я как дебил все время прицеливался. Не, пойдем вниз сначала. Там шахтер! Нет! Чё? Шахтер! Ну ладно. Там еще на тебя один идет. Успею. Они медленные. Но они неудержимые. Неудержимые? Много тут сундуков. Ну, в плане того, они не оглушаются от выстрелов. Скорее всего, из-за того, что у них криты нету как-то. Ну, не криты, а уязвимое место. Ну, наверное. Просто пытаюсь понять, куда мы вообще пришли. А, ну мы, типа... Подожди, давай еще туда пойдем обратно. Ну, мы только что оттуда. Проверить-то надо. Блин, ну местность красивая, кстати. Искать, ладно, мы, правда, отсюда пришли. Блин, я забыл, правда, поставить, сколько мы это. Скорее всего, где-то минут 5. Плюс-минус. Ну, наверное. Да я не думаю, что больше. Куда там? Как-то тут реально очень много сундуков. Ну, это хорошо, много лома. Я не спорю. Мне больше оцинкованное хочется.
Я почему чего не обгрейдился? Винтовочку, например, свою. Да, одну пачечку. И обе забрал. Зато я кое-что нашел. Давай посмотрим. Идол мести. Урон. Повышает урон в ближнем и дальнем бою при падении здоровья ниже отметки в 50%. Бессмертные знают цену жизни, они безжалостно убьют любого, кто пытается забрать жизнь у них. Штука прикольная, но типа... Специально себя надо доводить до минус 50 хп. А мы оба знаем, что это, ну, такое себе. Еще! Он их ускоряет! Они впервые быстрые, что? А, у меня патрон закончился, стой налево. Ну ничего, вот так как-нибудь. Сундук. Так, очко. У кого чего болит? Ой, эфирный шар всё? Какой-то. Эфирный шар. Я знаю, что такое эфирный шар. И даже расходник снимает эффект перегрузки, да. Это для этой Локи. Вместо всяких радиаций и все такое. Мы типа всю Локу исследовали? Серьезно? Да, не маленькие. Ну блин. Ну зато сколько на ней сундуков было. А хотя подожди, а че? Ну блин, говорю, 100% сейчас после двери будет босс. Ну да. Я хотел тебе сказать, в смысле, данж без босса, и такой, ты сначала дверь, потом босс. Ты бы установил хпшку-то. Зачем сейчас это будет? А, ну хотя да, тоже верно. Ну блин. Ну блин. Даже без босса. И даже без Даже без блрр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 r Да, я и языком владеть умею. Ну, хоть кто-то. Блорбей? Блорбей? И чё ж за дерьмо вас здесь ждёт? Да к нам направляется здоровяк, у меня баба орёт. Так, оно тэпается. Это как большой тут чувырло, только... Пожирней. Только шаман. И оно ещё электричеством, наверное, пинается. Ты греть будешь? Хорошее начало. Мне прям понравилось. Мне прям зашло. Так, он где? Ага, он где? Он ушел. Там воздух. Появилось много импов. Воздух, воздух, воздух. У меня аж что-то подпризывать начало. Не надо. Да я вроде и сам не хочу, но оно само. Так, я не понимаю, где босс. У меня. Я, по-моему, еще по тебе попал, кстати. Он меня зажал у входа. Зачем ты вообще там зажался? Да потому что я выйти не могу. Давите. Череполом. Так, я предлагаю от входа куда-нибудь это. Он сейчас к нам, походу, будет. Да нет, что? Нет, он просто летает. Так, ты давай. О, не, к нам. Да ты задрал так делать, чувак. Мы чисто тупо за счет урона. Он ушел. Он сейчас готовится. Я тебе говорю, типа, он реально, типа, его просто огнем бьешь и все. Ну, в плане того, катализатор качаешь и получаешь бонусы вот эти.
Только не ко мне, пожалуйста! Вот это он жесткий! Знаешь, жди, когда он уйдет, потому что... Да! Едите, у меня сейчас, короче, была эта хрень, ты не представляешь. У меня, знаешь, сколько сейчас урона прошло по нему? 1800. Не, я попробую тебя воскресить. Кажется, у меня проблема. Серьезно? Чувак, мне умирать, я же правильно понимаю? Клёво, мне теперь все перезапускать абсолютно сначала, просто. Мне же умирать, я правильно понимаю, я тебя спрашиваю? Ну, ты вообще стебёшься, блин. Не, ну просто я его на самом деле почти добил. Ёбарасы ты. Ну убей меня, придурок, куда ты мне тэпаешься-то? Бесит, блядь. Ох, нихрена он там начал сейчас призывать. Днем вечный перезапуск серверов, блин. Кого? Одна секунда! А тебе приходится перезапускать Steam, Discord, компьютер, твою жизнь. С последним особенно приятно, видимо. Ну, кстати, босс легкий довольно. Ну, я говорю, у меня крита вылетает вот с этого... С этой хрени, короче, 1800 вылетел крита, приколи. Можно заходить и продолжать. Да? Что самое смешное, я Дискорд не вылетел. Ну, блин, хрен его знает. Да, ты, кстати, после того, как я умер, ты умер? Да. Он тебя убил или ты умер, потому что я вылетел? Я умер, потому что ты вылетел. Я тебя 10 раз об этом спрашивал, типа, мне чего теперь скажешь, умираешь, что ли, из-за этого? Только, видимо, по-моему, ты меня не слышал. Видимо, да. И главное, знаешь, сейчас, просто короче... самое смешное, ты бугуртил прям в тему. Ну, то есть я тебе такой спрашиваю, мне что теперь из-за этого, убирать, что ли? Ты такой, да ты прикалываешься, что ли? Ты что, издеваешься? Я такой, ну ладно, ладно. Ну, потом послушаешь на запись. Отправишь мне. Я думаю, такой, ничего себе бугуртнуло человека. Думаю, ну ладно, умру лучше. Знаешь, что самое смешное? Мы типа сейчас с первого раза чуть не прошли, а теперь будем 2 часа сидеть, потому что что-то пойдет не так. Да. Кадун. Алло. Да. Кадун. Да не пищи ты. Кадун. Ладно. Третий запуск. Кадун. Ты меня слышишь? Да не пищи ты. Самому тошно. В смысле, ты охренел? Вот тебе в отличие от меня не надо перезапускать 3 раза ком. Из-за того, что у меня процессор слабый. Колдун. Да? О, ты меня наконец-то слышишь? Да. Ты просто сейчас очень опять смешно. А может, я опять говорю в тему? Да. Я тебе такой, типа, колдун, ну чё ты там скоро? Ты такой, да чё ты скулишь? У меня тут всё хуже. Тебе, в отличие от меня, не надо перезапускать комп. Я, конечно, понимаю, что ты своей собаке, я её тоже слышал, но, бля. Надо будет посмотреть запись. Рад тебя видеть. Конечно. Я надеюсь, это последний раз, когда я сегодня перезапускаю компьютер. Короче, давай его с первого раза вольнем и все. Я не против. Если я еще в комнату зайду вместе с тобой. Он, наверное, зашел. Ну, я поджег его сразу. Чем ты его поджег? А? Чем ты его поджег? Ну, в смысле, у меня же такая же хрень, как у тебя. Так.
Так. А можно не надо? А, он сзади меня. Сука. Кажется, меня убили. Вроде нет. Ну, вроде нет. Я уклонился от его электричества. У него есть крит где-нибудь здесь? Не видел. Так что, возможно, нету. Так, ты меня, кстати, слышишь нормально? Да? Шикарно, мне, по-моему, отлагало, а то мне, по-моему, немножечко проблемы были. Не-не-не, все ок было. Не, именно с игрой. Собственно, смешно, у меня типа на телефоне не лагает интернет, а вот на компьютере может. То есть они как-то интернет один, но они не взаимосвязаны при этом. По-моему, тебе следует убегать оттуда, нет? Уже да был зачем? В такой ситуации не раз. Ладно, убегаю. Кстати, надо аккуратнее перемещаться по арене, потому что он будет там кое-что делать. Окей. Я пока патрон собираю. Вообще-то это я хотел стрелять. Ты видал это, да? Да. Эти мастерские уклонения. О, вот с этими поаккуратнее, они очень жесткие. Они телепортируются и взрываются. Дес, осторожно, он у тебя, походу. Да, я видел. А, да. Да, я видел. Он, кстати, не телепортируется, он исчезает и очень быстро перебегает. По модельке можно заметить. Пока. Mm-hmm. Вот примерно сейчас он на нас тэпнется. Или нет. Или нет? Или... Надо перезарядиться! Да чувак, хватит уже это делать. Дезертир сразу там сферы летает периодически. Ну ладно. Нет, я не то хотел! Не то хотел! Не то хотел! Спасибо! Спасибо! Не то хотел! Я уклонился от этого взрыва, серьезно. Я уклониться пытаюсь. Ладно, я еще даже лучше сделал, чем я думал. Где он? Вижу. Не вижу. Вижу. Но не его. Умри, зарядка. Вижу его. Опять его вижу. Он у меня. Он умер. А, я понимаю, да, мне немножко подлаги все-таки. Ну, прикольно. Мне FPS приседает. Ой, не FPS, пинг. Ты не с той связался, понял? Да. Так, давай осматривать локу, тут очень много всяких стаканчиков, в которых есть всякая полезная фигня. Да. Я буду дальше прокачивать катализатор уже в десятку. Везет. Ну, в принципе, это лога, как, лока как-то подфризывает. Не знаю, брат, почему. А давай попробуем, если мне ничего не исправится, я попробую перезапустить опять интернет. Если исправится, то значит флоки все-таки делают. Не, по-моему, это флоки. Если... Может быть, может быть. Но у меня именно не то, что мне не FPS представить, у меня именно пинг. То есть у меня вот. Когда ты сказал, что босс мертв, он меня еще бегал.
Но у меня задача, кстати, при этом выполнилась. То есть он был жив, но у меня задача выполнилась. То, что мы убили. Этого, кстати, босса, с него два дропа. Один из тех самых альтернативных. А, то есть его можно как-то было по-другому убить, да? Нет. Тут немножко по-другому работает. Иди сюда. Хотя, чё, иди сюда. Видишь, короче? Где? Ну. Кристаллы, видишь? Ну. Если бы они были как бы красным цветом, был бы другой дроп. А, вот типа... вся разница. То есть это рандом. Это просто рандом. Окей, блоки. Короче, это от нас не зависит. Да, это от нас не зависит. Если бы босс был злой, то было бы так. А если так, то так. Да так, он добренький, поэтому он дал осколок копья. Ну, надеюсь, что нам выпадет что-то полезное. Посмотрим. А, сундуки. Если из осколка копья мы сможем сделать, как бы это было ни странно, копье, то я очень удивлюсь, если честно. Но вообще копье полезно тем, что оно бьет, ну, у него расстояние чуть больше по логике. Им драться в рукопашку, он, возможно, удобно. Но у топорика приятный эффект у этого. Не-не-не, в любом случае, скорее всего, с топориком останусь. В этом плане он поинтереснее. А я посмотрю. Я, может, кстати, поменяю. Ну, если копье, конечно, будет, я просто не знаю. Мы вообще сейчас не знаем, куда мы придем. Да, но я так подразумеваю, от сожди закрыть. Чё-чё? Я подразумеваю, мы откроем одну из дверей? Ну, скорее всего, да. Скорее всего, даже ближайшую. Да? Там, где чувак, который торгует. Предлагаю вначале контроль точнуться. Контроль точнуться, давай. Поднимись, пожалуйста, спасибо. Контроль точнулись. Теперь можно к чуваку. Я уже его что вижу, подбирай. Странный объект. Так, ну-ка давай-ка почитаем, что нам вообще дали. Шрапнель? Серьезно, нам дали когда-то шрапнель? Ценный ресурс, принадлежащий Брабусу, используется для создания мощного модификатора. Такой кусок металла подойдет сквозь плоть, как нож сквозь масло. Брабус хорошо усвоил, что добрым словом с зазубренным лезвием можно добиться больше, чем просто добрым словом. Так, странный объект. Мне кажется, что это загадочный объект, когда-то был частью другого объекта. Вот этот поворот. Возможно, их разделили неспроста. Многоликий прошел с фавнами весь путь от их родины, что по ту сторону Темного моря, до покрытого бурей, буйной растительностью мира. Аэши. Он всегда оберегал фавнов, но в конечном итоге выяснилось, что оберегать нужно было самого Многоликого. Что еще нам дали? Осколок копья, да? Ценный ресурс, являющийся частью копья подавителя, используется для создания мощного модификатора. Ахани открыли секрет этого мира, узнали, что в нем все взаимосвязано. Даже опавшие листья, не сухие ветви, рано или поздно вернутся к Яше. Ну ладно. Пойдем с ним болтать. Что ему нужно? Я не... Факультек? Я не знала. Но ведь его дом так далеко. Ох, факультек не должен задавать такие вопросы. Я добываю вещи, факультек. Даже редкие или опасные вещи. Но он не должен спрашивать, откуда. Я также добываю информацию, если нужно. Я слышу много интересного для факультек. Могу поделиться секретами. Не бесплатно, конечно. Обычные фавны восстали против знати. Говорят, их восстанию помог герой из факультек. Я слышала, лидер повстанцев любит факультек. Грустная история. Факультек куда-то пропал.
имя императрицы Джина. Она первой нашла древо жизни и получила вечную жизнь. Это она контролирует знать, кормя их объедками плодов бессмертия. И хотя многие из знати живут очень долго, бессмертных среди них всего пара дюжин. Это спутники императрицы, что вкусили плоды древа жизни одними из первых и едят их до сих пор. Все представители знати ведут свой род от бессмертных. Я расскажу тебе о первом факультете в нашем мире, короле Крел. Он пришел за великим даром, но не плодом древа, нет, а чтобы забрать жизнь врага, что похитил его дочь. Императрица дала ему тыкву из глубин корней Тейна. Немногим известно, но именно тогда древо заболело, и потому факультет прокляты. Обычные фавны восстали против знати. Говорят, их восстанию помог герой из факультета. Я слышала, лидер повстанцев любит факультет. Грустная история. Мне кажется, она повторяется. Вокруг древа Тейн выстроен дворец, а у подножия великого древа стоит трон императрицы. Лишь она решает, кто получит плод. Ей одной известно о болезни древа. Она никому об этом не рассказывает. А почему тогда ты это знаешь? Вокруг древа Тейн выстроен дворец, а у подножия великого древа стоит трон императрицы. Лишь она ей одной. И хотя многие из знати это все Видимо, все. А он умен, раз ищет меня. Так, золотая слива восстанавливает здоровье в секунду в течение 60 минут. Прикольная штука. Так, копье, кстати, она дает 62 урона. У нее есть броня. И есть аксессуар, который стоит 100 тысяч титить. Снижает в ближнем бою урон на 15. Чувак, хватит меня двигать. Слышите, я тебе говорю? Слышу, кольцо за 100 тысяч. Он ведь скажет мне, если найдет что-то ценное. Нет, не скажу. Можешь с ней поговорить. Я не... Такое себе кольцо, а вот броня, кстати, ничего. Сколько я дверь пока открыл. Слива восстанавливала. В смысле? 0.21. 0.21. А, нормально. Я этим уже закуплюсь эфирными шарами. И чуточку. Ну, да, хрен с ним. Да, да. Ну, нафиг ж. Я кольцо куплю тогда. А он умер. Блин, не знаю, может броню купить, как думаешь? Друж. Броню я купил. Ее? Защитники лучезарных? Да. А у тебя все 4 комплекта? Все 3? 2. Кроме башки. Или нет? Да-да! Не, я думаю, корону лучше оставить. Я оставлю корону. Плюс 25% она эффективнее будет. Она тяжелая. Я все равно купил, но она тяжелая. Покажи хоть как выглядит. Я за... А, все, я понял. Ну, короче, ты стал эльфом. Да, только шлема нету.
Ладно, пойдем дальше. Покультек. Покультек. Подожди, я броню не могу смотреть. Пошел. Ай. Дверь ты открыл. Ну. Да. Там больно просто очень. Убили, скажи мне, пожалуйста. Ну, видимо, у меня не прошло ничего. Сейчас, секундочку. Я тут, видишь, кульбиты какие делаю. Вижу, от молнии уворачиваешься. Не, уже все. А что? Не зеваем. Четверть враги просто. Могут быть рядом. Держись, слышишь? Бум. Бадам. Просто там я уж хотел добить их, да и все, чтоб типа не это. Угу. Ну види, у меня карта закрыта. Угу. Так, давай вот туда. Куда ты пошел? Что там есть в глубине твоей мрачной ничего. Души? Ничего? Там еще сверху эти твари летят. Вон те две. Не, арбалет, кстати, очень мощный. Очень мощный. Не спорю. Я говорю, редко, но бьет на 1800 крита, что очень круто. Я шарик нашел. А я нашел, шарик нашел какой-то проход. А я нашел предмет. Да? Да. Ой, могу тебя подождать, могу взять. Да подожди, сейчас хоть покажу, где он лежит. Ау. Не знаю, правда, на кой он, скорее всего, будет рандомно лежать в другой локе. Да. Но покажу. Чё нет-то? Вот у нас он лежал вот здесь. И это кольцо хранителя. Ну-ка, чё это за кольцо? Матерь охотника хранителя. Повышает сопротивление урона от всех стихий на 15. Лабиринт лежит в основе всего сущего, а потому хранитель способен защитить тебя от всего. Не, опыт важнее. Хм. Так у тебя же есть второе кольцо? Ну, там накрытый стоит. И то верно. Типа, я, скорее всего, это менять не буду, если только на что-то более лучшее из того же опыта. Ох ты ж мать твою, ни хрена себе здесь храм. Кажется, у меня проблема. Кажется, я не понял, откуда мне прилетело. Да откуда? Вверху. А, вон. Эй, отдай. Нас на того этого ли? Не, ну он возвращается, конечно, но только его покупать придется. Кого? Может, снизу сначала? Кристалл. Да, то, что мы пропустили, то, что можно купить. Mm. А с другой стороны точно ничего нет? С другой стороны, фу, не смотрела, короче, там. Ну, сейчас пробегусь, посмотрю. Ничего себе! Ты бы видел. Ничего? Да, там такое ничего большое. Я такого большого ничего никогда в жизни не видел.
Я тебе поверю на слово. Блин, красивые статуи, кстати, золотые. Ты куда убежал-то без меня прям опять? Я тут все исследовал. Прям все обшарил? Угу. Ничего нигде нет? Угу. Нигде статуи, нигде эти? Угу. Даже внизу там ничего нет? Внизу ничего нет. И там внизу ничего нет? Ну ничего себе. Даже там нет. Не получилось убежать. Я не хотел идти вперед. Ну, получается, в целом, где-то примерно 2-3 босса на одну карту. Ну, 4. Ну, да. Ну, мы еще не все исследовали, много чего пропустили. Ну, это не очень много, да, кстати. Но главное, мы этого дебила убили. Сына летчика. Сына летчика? Ну, деда. Сына деда. С земли. Так, теперь погоди. Гадю. Ты вышел? Да. Сейчас. И у меня просто капитальнейшее залагало.